Lesson 9, Getting to Know Nick. Do you rock with Phil? No, I'm in computers. Oh, so how do you know Phil? We go to the same squash club. Oh, do you play squash? I can play squash, but I prefer tennis. I'm lucky, you see. I'm good at all sports. Oh, really? Yes, but of course for me art is more important than sport. I'm an artist, you know. Are you interested in art? Well, yes. People aren't really interested in art. How many people go to exhibitions? Do you? Not often, but of course an artist is... Заметка. В диалоге, который вы только что прочитали, следующие слова произносятся без особого ударения. But, at, for, of, do, to, are, you, can. В отличие от основных смысловых слов, которые выделены в нашем тексте синим цветом. Хорошо запомните разницу между похожими по звучанию и написанию словами walk – работа и walk – идти плюс прогулка пешком. Еще раз послушайте. Walk – работа и walk – идти прогулка пешком. Новые слова. Getting, work, computers, no, same, squash, club, prefer, tennis, lucky, sports, important, then, art, aren't, many, people, exhibitions, often, all. Поговорка. Beauty is only skin deep. Красота – это всего лишь внешний признак. Произношение. Интонация. Важность ударного слова состоит в том, что автор, благодаря ему, создает интонацию всей фразы. Голос повышается и понижается, чтобы передать слушателю разные состояния. И, как вы увидите в следующих уроках, изменение ударения во фразе может в корне изменить ее смысл. Словарный запас. Brandy, cherry, beer, water, tea, port. Грамматика. Простое настоящее время. Do you rock with Paul? Вопросительную форму простого настоящего времени можно образовать при помощи вспомогательного глагола do во всех лицах, кроме третьего лица единственного числа, где глагол do приобретает форму does. Вот по такой схеме do плюс подлежащее плюс глагол. Эту схему мы используем, когда задается вопрос, касающийся привычной активности, как в нашем случае Сюзан. Не ставим определенный артикль в словах, таких как сквош, теннис. Название веществ, видов спорта не требует перед собой определенного артикля в том случае, когда они используются в общем значении. Сквош, теннис. То же самое и для art и sport. Вопросительные слова. How many people? How many – сколько требует после себя существительного во множественном числе? Особенные существительные – people. People переводится как «люди» и поэтому относится к существительному во множественном числе, несмотря на то, что не имеет специального окончания. Использование вспомогательных глаголов. Do you? Вспомогательный глагол в вопросительной форме часто используется для замены глагола, который только что был использован. Поэтому в нашем примере «do you» заменяет «go to exhibitions»
и имеет значение «а вы», подразумевая «а вы ходите на выставке?». Упражнение. Переведите на английский. Она очень милая. She is very pretty. Он играет в регби и в сквош. He plays rugby and squash. Мария по-настоящему не интересуется спортом. Mary is not really interested in sport. Сколько человек могут играть на четырех музыкальных инструментах? How many people can play four musical instruments? Билл хочет поговорить с вами. Билл wants to have a word with you. Поставьте в вопросительной форме. You work in Paris. Do you work in Paris? She likes Robert. Does she like Robert? It's a very nice house. Is it a very nice house? They can go to the pub on Friday. Can they go to the pub on Friday? French people like good wine. Do French people like good wine? Переведите на русский. Is your friend free on the 11th? Твой друг свободен 11-го? Can you introduce me to that good-looking girl? Можешь ли ты представить меня этой хорошенькой девушке? Her mother is a very impressive woman. Ее мать очень впечатляющая женщина. Their children are in Italy until the 9th. Дети в Италии до 9-го. When can we meet? What about next Friday? Когда мы можем встретиться? Как насчет следующей пятницы? Употребите слово, которое подходит. Выберите из in, at, with, to. Does he work at IBM? I know he works in London with Anne. He is very good at his job. Well, he is interested in it. He wants to go to America. Зачеркните букву А, где ее не нужно произносить. He is really an artist, but he is more interested in sport than art. That drink is for her, right? Here we are. Your father's over there. Of course I prefer a pint of bitter.